упереться, не сломаться, да с пути не сбиться. Я всю жизнь рад стараться возвращаться с битвы, чтоб открыли в сказке дети ключиками дверцы, и чтоб у мамы на том свете не болело сердце, чтоб открыли в сказке дети ключиками дверцы, чтоб у мамы на том свете не болело сердце, чтоб у мамы на том свете не болело сердце. Следующая номинация. Макаронные изделия. По результатам общенационального голосования в номинации «Макаронные изделия» побеждает торговая марка «Макфа». Компания активно участвует в городской и сельской жизни Челябинской области, поддерживая социальные, детские и спортивные мероприятия. В прошлом году компания приобрела художественную литературу для детских садов Челябинской области. В рамках акции «Ноутбуки для детей-сирот» 10 компьютеров были переданы Ясаульской коррекционной школе-интернату. Итак, мы приглашаем на сцену заместителя директора по коммерции и развитию ОАО «Макфа» Максима Чернова. От всего коллектива компании «Макфа» я хочу поблагодарить каждого нашего потребителя за столь высокую оценку нашего труда. Нам очень нравится делать для вас вкусные, качественные и очень полезные продукты. Спасибо. Дорогие друзья, наша церемония подходит к концу. Победители объявлены. Мы еще раз поздравляем всех-всех участников и от имени всех потребителей благодарим вас за ваш труд и за то, какое внимание вы уделяете благотворительности. И мы знаем точно, что вы делаете это по зову сердца. Друзья, вы лучшие. Спасибо! По московским заснеженным улицам топчет медленно снег народ. Город мысли читает по лицам и скользит под ногами лед. Город мысли читает по лицам и скользит под ногами лед. По московским заснеженным улицам топчет медленно снег народ. Сквозняки по серым подъездам, по кривым асфальтовым съездам. Все истории скучные, странно похожие промелькнут и исчезнут во мгле. Люди маски год за годом идут и идут прохожие, а Москва остается все в тех же красках. Хаотично по улицам движемся, взгляд уставший торопит год. Лица нам прикрывают маски, кому-то всегда везет. Лица нам прикрывают маски, и кому-то всегда везет. Хаотично по улицам движемся, взгляд уставший торопит год. Сквозняки по серым подъездам, по кривым асфальтовым съездам. Все истории скучные, странно похожие промелькнут и исчезнут во мгле. Люди маски за годом идут и идут прохожие, а Москва остается все в тех же красках. Все истории скучные, странно похожие промелькнут и исчезнут во мгле. Люди маски
все в тех же красках. Год за годом идут и идут прохожие, а Москва остается все в тех же красках.